Итак, всем привет, ребята, это уже 12-я часть прохождения RLCraft. Мне хочется посмотреть, как выглядит балкон снаружи. Неплохо. Вот такой вот у меня дом. Кстати, надо будет сделать огород, но я займусь этим потом. Сейчас я могу спать. Сейчас еще ящики поставлю.
по-моему, где-то здесь. И лавку. Ну и костер еще. И наполню. И наполню котел водой. Вот и все. Вот и все. Да, домик у меня полунубский, полустранный. Ну ладно. Ну так что всем пока.